Всем привет! Сегодня у нас меню баклажановые рулетики с мясной начинкой в томатном соусе. Для рулетиков возьмем 5 длинных крупных баклажан. 50 грамм отварного круглого риса, 2 луковицы, 1 болгарский перец, 4 зубчика чеснока пропустили через пресс, сушеная мята, любой мясной фарш, у меня говяжий 600 грамм, 1 яйцо, специи по вкусу, у меня молотая кинза, соль, черный перец, паприка сладкая и острая, немного растительного масла для зажарки баклажан. Для начала слегка очистим баклажаны. Затем в длину разрежем их дольками, примерно на 5-6 долек. Боковой стороной выкладываем их в чашку. Я в одну чашку не вместила, разделила их на две. Сверху заливаем соленым раствором. Приготовим начинку. Мелко измельчаем 2 луковицы и болгарский перец. Выкладываем в отдельную чашку. Добавляем к нему фарш. 1 яйцо, соль по вкусу, черный молотый перец, немного острой паприки и сладкой. Молотая кинза и прессованный чеснок. 50 грамм отварного риса. Напомню, что я взяла круглый рис. Сушеная мята. Три столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Баклажаны полностью пустили горечь. Отжимаем сок. И выкладываем на бумажное полотенце. Сверху тоже покрываем кухонными салфетками и придавливаем. Разогреваем сковороду. Немного покрываем дно растительным маслом. И ждем, пока масло согреется. Перед тем, как жарить баклажаны, немного очистим их от семян. Настолько, насколько сможем. Выкладываем на сковороду и обжариваем с двух сторон. Обжаренные с двух сторон дольки баклажан выкладываем на ровную поверхность. Делаем небольшую котлетку из фарша. И сворачиваем в баклажановый рулет.
плотно утрамбовываем их в форму для выпечки. Приготовим соус. Для этого один болгарский перец, 4 небольших помидорчика и одну луковицу измельчаем в овощерезке, либо в блендере. Также можно добавить небольшой пучок зелени. У меня укроп. Чтобы соус получился сочным, можно добавить немного воды. К получившемуся соусу добавляем немного соли и черного перца. Немного перемешав, выливаем поверх рулетиков. Включаем духовку на 200 градусов. Выпекаем до полной готовности. 45-50 минут. Выглядит аппетитно. Посмотрим, что получится. Приготовим еще один соус. Возьмем одну пиалу домашнего гатыга. Выдавим зубчик чеснока. И добавим измельченную зелень. Наши рулетики готовы. Выключаем духовку и вынимаем лист. Получилась вот такая красота. Аккуратно достаем рулетики и выкладываем на блюдо. Не передать словами, насколько нежными, вкусными и сочными получились рулетики. Добавляем к нему немного чесночного катыга. Берем небольшой кусочек и наслаждаемся трапезой. Приятного аппетита и будьте здоровы!